Так, он к вам из Шахтима. Привет, мой любимый зритель. И кто зашел на канал? Еда со смехом. Сейчас будет, короче, перекус. Один кусочек с красной икры. А почему один кусочек с красной икрой? А потому что у меня денег нету на больше. Это мама сама готовила. Мама вкусно готовит икру. Да. Офигенно вообще. Кстати, прикол. Когда мне кайфан, короче, это. Кирус, привет, короче. Позвал меня домой. Акшн скляп, короче. Ну, мажорский пацанчик, ну, не знаю. Не мажоров, я всех уважаю, богачей, все нищак, все круто. Чем больше есть бабок, тем нищак. Короче, это. Мегацкалеп. Тебе страховка, тебе вот водка пол-литра. Такое закусить, а закусить в холодильнике возьмешь. А что там взять? Это. Литровую банку икры. Она сейчас твоя, вау. Язык прокусил. Ну, короче, это. Такой. Зашел такой, взял водочки и корочку. Уже водочку горлом пью и корочку ложечкой Михаила. Так, я. Ну. Потом спустя какое-то время меня стошнило. Я пошел, короче, весь унитаз обрыгал красной икрой, представляете? Картина, да? Но жесткая, прикольно. Такой панкный. А он пошел. Сидит возле унитаза и блюет красной икрой. Вот это. Просто прикольно. Давайте, друзья, подписывайтесь. Жмите класс лайка. Это будет все круто. Просто о чем вы мечтаете, оно все сбудется. В общем, мы всегда мысленно прогоняем то, что потом у нас будет. Кстати, короче, я мечтал с иракезом ходить. Чтоб меня дома не доставали. И вот я с ним хожу. И меня дома не достают. Ладненько. Пока. Да пребудет с вами позитив. Панки хай.